Всем привет! Сегодня мы поговорим о подающем надежде парне из США, который является очень талантливым боксером, но уже был замечен не в самых однозначных ситуациях. Сегодня я расскажу вам о Шакуре Стивенсоне. Шакур Стивенсон родился 28 июня 1997 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и на данный момент ему всего 22 года. Стивенсон является старшим среди 9 детей в семье. С боксом будущего чемпиона познакомил его дед, который был тренером в местном боксерском клубе. С 5 лет Шакур начал посещать зал бокса и сразу полюбил этот спорт. У Шакура прекрасная любительская карьера. В 2013 году 16-летний Шакур отправляется на юношеский чемпионат мира, где в красочном стиле выигрывает все 5 поединков, не уступив ни в одном из раундов. После 17-летний Шакур не оставляет шансов своим соперникам, становится олимпийским чемпионом среди юношей в категории до 52 кг. А уже в 19 лет этот парень берет серебро на Олимпийских играх в Бразилии, после чего переходит в профи. На данный момент рекорд этого парня 11 боев, все победы, 6 из которых досрочно. Его рост 173 сантиметра, выступает в полулегкой весовой категории, где занимает первую строчку в рейтинге WBA и WBO, а также третью в рейтинге IBF. Интересный факт, Шакура назвали в честь легендарного рэпера Тупака Шакура, так что да, это не совпадение. Также у него отличный отношения с Андре Уордом, который на данный момент является его менеджером и духовным наставником. В целом, Шакур отличный, талантливый боец. У него отличные ноги, быстрый жесткий удар, хорошая техника, скорость, отличная защита. Он представитель новой волны талантливых бойцов из Америки, куда входят Джервонта Дэвис, Дэвин Хейни, Теофимо Лопес и другие. Но судить точно о том, насколько он хорош, можно будет уже после его боев за чемпионский титул с конкурентными соперниками. Шакур Стивенсон на данный момент набирается опыта, успел он поспарринговать уже и с Теренсом Кроуфордом, и с Василием Ломаченко, а эти ребята сейчас лучшие в боксе в целом. Также он является первым американским боксером, выигравшим титулы чемпиона мира по юниорам и юношам, а также золотую медаль юношеских Олимпийских игр. На мой взгляд, этого парня ждет великолепная карьера. Интересно будет посмотреть на него с топами. Но не все так идеально в его биографии. Прошлым летом попал он в заварушку, которая характеризует его не с лучшей стороны. На видео хорошо видно, как он сперва наносит удар девушке в затылок, а потом они вдвоем с другом, также боксером, избивают одного несчастного мужчину, по сути добивая того, когда он уже в бессознательном состоянии. Их абсолютно не смущают удары девушек в голову. Причем со стороны драка выглядит абсолютно нелепо, как будто бы это не профессионально боксеры, а мужики с пивнушки вышли. Что ж, друзья, будем надеяться, Шакур больше не повторит тех ошибок и в дальнейшем будет проявлять свои бойцовские навыки только в ринге. Я надеюсь, вы узнали что-то новое из этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик и до скорых встреч!